Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Ольга Золотая. И сегодня мы поговорим о том, как распознать в поведении собеседника, доверяет ли он вам. Часто бывает такая ситуация, что человек вроде бы вам транслирует, что да-да-да, все хорошо, я рад. Он бывает словоохотлив, он бывает приветлив, и мы думаем, что он нам уже доверяет, мы уже готовы с ним сотрудничать. Но как бы не так, это бывает просто прием. Итак, как же разузнать, доверяет он вам на самом деле или не доверяет? Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, улыбается он вам или нет. Да, конечно, сейчас многие улыбаются чисто формально, но посмотрите, искреннюю улыбку никогда ни с чем не спутаешь. Второй момент – это сокращается ли между вами дистанция. Человек, который вам доверяет, он подпустит вас достаточно близко, даже на 50 сантиметров. Вы можете незаметно подходить и чувствовать, напрягается он или нет. И если у него нет в теле напряжения, значит, он вам действительно доверяет. Следующий момент очень интересный. Он кивает головой. Он может склонить голову на бок и, слушая вас, кивать головой. И если при этом он тоже улыбается и переспрашивает и задает вопросы, значит, он действительно вам доверяет. Если он касается вас, он берет вас за руку, за рукав, за плечо или же даже бьет вас дружески по коленке, это уже точно говорит о том, что человек вам доверяет. Но если ничего этого нет, вы с ним общаетесь, он очень радушен, он обещает вам, что будет много всего, это не говорит о его доверии. Вы знаете, для того, чтобы получились дела, нужно, чтобы люди нашли общий интерес, и нужно обязательно, чтобы они доверяли друг другу. В общении с человеком старайтесь сделать так, чтобы мимика его говорила о том, что он очень благодушно относится к вам. Он сокращает дистанцию, он вам улыбается, он смеется, открыто выражает свои эмоции. Это тоже признак доверия. Когда вы доверяете людям, а люди доверяют вам, из этого может родиться очень хорошее отношение дружбы, приятия и, возможно, даже любви. Счастья вам, удачи и побольше доверчивых людей. Не бойтесь доверия, это красиво. С вами была Ольга Золотая.